Амиров Илья Кузьмич, герой Советского Союза. Родился 23 марта 1910 года в деревне Никоново Зубцовского района Тверской области. В Красную армию призван в 1932 году. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Начальник связи эскадрильи 24-го ближнебомбардировочного авиационного полка. Воевал на Брянском фронте. За период военных действий с германским фашизмом имеет 95 успешных боевых вылетов. Из общего числа вылетов имеет 30 полетов на разведку в глубокий тыл противника. Им уничтожены 30 танков, 12 бронемашин, 70 автомашин, живой силы до 2 рот, 50 повозок, до 2 взводов конницы. 20 января 1942 года представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, но высокую награду Родины получить не успел. 10 марта того же года погиб при выполнении боевого задания в районе села Архангельское Тульской области, совершая свой 132-й вылет. Похоронен в братской могиле в селе Архангельское Каменского района Тульской области. Именем героя названы площадь в селе Архангельское и улица в городе Зубцов Тверской области. В родной деревне летчика Никонова установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на памятной стеле в сквере «Туликам героям» на проспекте Ленина в Тульской области.